В любом человеческом действии есть свой смысл, свои причины. Даже когда кажется, что ни смысла, ни причин нет вовсе. Однажды ко мне на прием пришел Анатолий, который тоже никак не мог разобраться в причинах собственных поступков. В этот день супруги Плуговы, работавшие на своем огороде, увидели через забор новую соседку Татьяну, которая недавно купила участок земли рядом с их домом. Гляди, Клава, наши новые соседи. Анатолий Плугов, 43 года, водолаз. А вернее, соседка. Да она ж голая. Да нет, Клава. Бесстыжие. Она в купальнике. Эй, подите и оденьтесь. Это вы ко мне обращаетесь? Ага, к тебе. Татьяна Бережкова, 32 года, продавщица в парфюмерном отделе «Универсама». Здравствуйте. Я говорю, подите и оденьтесь. Это вам не пляж. Клавдия Плугова, 45 лет, работник госстраха. Вам что, не нравится, как я одета? Ты, дурочка, не прикидывайся. Тебе говорят, поди и оденься. Ха, постойте, я угадаю. Вы работаете паровозным гудком? Ах, ты гадина, ты что сюда приехал? Людей оскорблять? Не в силах выносить эту перепалку, Анатолий решил одним махом остановить обеих женщин. Я и сейчас рот закрою. Толя! Ой, Толь. Толь, что ж ты наделал, Толь? Все, Клава. Теперь меня засудят. А давай скажем, больной ты, Толь. Ну, водолазная болезнь у тебя так проявилась. А ты Анатолий был сильно напуган случившимся. Ему казалось, что все это ему приснилось в кошмарном сне. Понимаете, я водолаз. Но мы только что тянули коммуникации по дну Волги. А водолазы, они все контужены. Это не я говорю, это наш психолог говорит, который с нами в одной команде работает. Он помогает нам в себя прийти после погружения. Так, давайте пока контузию отложим. Вы мне скажите, вы что, раньше никогда не видели на участках дачников в купальниках? Не так близко. Я вообще не думал, когда эту двухстволку схватил. У меня как бы в голове помутилось. А потом, когда моя жена начинает кричать, я вообще соображать перестаю. Дураком становлюсь. А в голове помутилось от чего? От красивой женщины в купальнике и так близко? Или еще от чего-то? Клаву обижали. А я сатанею, когда мою жену начинают оскорблять. И что, вы всегда стреляете в тех, кто вашу жену оскорбляет? Нет. Нет? Не всегда. Ну, был тут один случай. Клава! Что там у тебя? Чего? А беду иду открываю! Ой, я прибиралась там. А что это ты голая? Так жарко запарилась я. А дверь закрыла, ну, чтобы не зашел никто. Да ладно, кто войдет-то? Так что это? Кто там у тебя, а? Там нет, Толя, там нет никого. Да? Нету. А мы сейчас проверим, кого-то там никого нет. Толя, Толя, подожди. Толя, 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 не надо. Толя, я тебя прошу, Толя, пожалуйста, Толя. Выходи, кто живой, а? Сейчас мы с тебя покойника будем делать. Толя, Толя, ты видишь? Толя, все, все, ушел, ушел, Толя, ушел. Кто ушел? Толя, вор ушел. Я когда тебе дверь открывала, он в это время залез. Толь, ну ты что-то подумал-то? Ну чего ты, колокол ты мой водолазный? Ну, вор, говоришь, да? Да? Так сейчас я ему вдогон, дуплетом, а? Толя, не надо! Толя, ты его убьешь, тебя посадят, Толя! Ну я думаю, что ты не вор вовсе был, а есть у меня кое-какие мысли на этот счет. Во всяком случае, выяснилось, что стреляете вы не всегда. Но я все равно не понимаю, а в этом случае что было такого, что вы все-таки выстрелили? Я тоже не понимаю. Я не знаю, что со мной происходит, нормально я или нет. Не надейтесь, нормальный, да еще какой. Так что, если соседка в милицию надумает идти, у вас отмазки не будет. Придется с ней как-то договариваться. Анатолий убедил Клаву, что им нужно вместе пойти к соседке и повиниться перед ней. Хозяйка! Это мы, вот, ваши соседи, мы виниться пришли. Угу. А что это у вас? Вы что, это мы вас вчера что ли? Успокойтесь, шрам у меня давно. Вы извиняете нас? Я даже не думал, не понимаю, как это произошло. А у вас сарай завалюшный. Можно я вам его поставлю? Поставьте. Вы не слушайте дурня-то моего. Да почему же? Он дельные вещи иногда говорит.
Ничего не понимаю. С какой-то радостью мы должны чинить ее сарай. Чего ты вдруг вызвался? У тебя вообще голова на месте есть или шлем водолазный вместо башки? Клава, она может подать на нас в суд. Соседи слышали выстрел. Пули надо найти. Поэтому я и вызвался работать у нее на участке. Слушай, я даже не сообразила. Конечно, Клава, думать надо. Головой надо думать. У тебя ж на плечах не кочан капусты. Весь следующий день Анатолий поднимал завалившийся сарай во дворе у соседки. Покрепче ничего нет. Да не пьющий я. А что так? Нам нельзя. У нас у водолазов главный инструмент – это дыхалка. Вот. Портить нельзя. Вы в отпуске сейчас? Да какой там отпуск? Контракта нет, вот и гуляем. Хотите еще? Да нет, благодарствую. Вы все время смотрите на мой шрам. Хотите спросить, откуда он? Да нет, и не думал бы вообще. Вы смущаться умеете. Это сейчас редкость. А шрам у меня после катастрофы. На машине, наверное. На машине. Муж погиб, а я вот осталась. Пустяками отделалась. Вы меня извините. За что? За то, что спросили? Да нет, за то, что из ружья пальнул. Я даже не целился, даже не знаю, как это произошло. А в меня никто еще не стрелял. Получила незабываемое впечатление. А почему вы в милицию не заявили на нас? Последнее время я привыкла, что мужчины опускают глаза при встрече со мной. Как будто я прокаженная или невидимка. Поэтому мне даже понравилось, что вы проявили столько внимания ко мне. Что это за дурь такая? Чего-то они глаза отводят, когда смотрят на вас. А, это? Да он вас совсем и не портит. Вроде как складочка. Ого, потом вы сами себе все придумали. Вы считаете, что не портит? Вы что, смеетесь надо мной? Но вы же знаете, вы красивая женщина. А мужики отводят глаза, потому что смотреть на вас не смеют. Это я по себе знаю. Придется вас и обедом накормить. Да нет, 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 нет. Клава, моя жена, она уже обед сварганила. Извините, что не могу вас пригласить. Ничего, я понимаю. Да, вот что, у вас там лестница покосилась. Разрешите, я завтра приду и поправлю ее. Знаю, перекосилась. Вот завтра их поправьте. Анатолий решил обмануть жену. Какая-то сила влекла его к новой соседке, и он не мог сопротивляться. Он и сам обманывался, говоря себе, что из жалости и по-соседски решил помогать Татьяне. В общем, так. Пулю соседка нашла и поставила условие. Я подчиняю ей дом, а она не будет на меня заявлять. Гадина, вот зараза. И ты согласился? А что мне делать? Вот с утра и пойду. А где она их прячет? Пули-то? Ну, надо потихоньку выяснить. Нет пуль? Нет дела. А выстрел, скажу, ворон с грядок гонял. Вот и все дела. Ну, ты смотри, там, посторожись, она хитрая. Чего сторожиться-то? Ну, мало ли, что может. А вообще, по-моему, хочет, чтобы ты ей вообще весь дом поднял. Обломится она дом ей ставить. Ну, знаешь, обломится не обломится, а он пока ходишь каждый день. В общем, дело такое. Соседка пока не знает, подавать на нас или нет. Поэтому я у нее работаю задарма. Все у нее на участке делаю. Анатолий, а вы мне зачем это рассказываете? Как это зачем? Ну, чтобы вы были в курсе, как мы воплощаем все ваши советы. А разве вам советы давала какие-то? Вы знаете, у меня какое-то такое ощущение возникло, что вы все время от чего-то прячете. От чего это я прячусь? Я никогда ни от чего не прятался. И вообще нет такого в моей природе. Да ладно. Сначала прятались за контузию. Ну, дескать, я вообще ненормальная, ничего не помню, ничего не знаю. Теперь за мою дамскую спину пытаетесь спрятаться. Это не я решила, это вы нам посоветовали. Я подозреваю, что вы и от себя отпрячетесь. Самому себе сказки рассказываете. С чего это вы вдруг симпатичной соседке помогать надумали? По дороге на дачу Анатолий все время раздумывал над словами Галины.
Но едва он увидел, с какой яростью и руганью Клава дерет сорняки, как всякие здравые мысли выветрились из его головы. Значит так, Клава, психолог мне советует работать на участке соседки, но чтобы она не подала на нас в суд. Анатолий Плугов выстрелил из охотничьего ружья в сторону соседки по дачному участку Татьяны Бережковой. Почему он это сделал, Анатолий не мог бы объяснить даже самому себе. Психолог посоветовал ему пойти повиниться перед соседкой. Супруги Плуговы так и поступили, но оказалось, что на этом дело не закончилось. Ах, гадина-то соседка. Ах, гадина! Ну, это ж надо, да? Психологи тоже хорошо посоветовали. Больше ничего тебе не посоветовали? Не посоветовали к ней идти ночевать? А ты, Клава, грубая стала. Все лаешь и лаешь, и меня до бешенства довела. Если бы ты тогда там не орала, я бы за двухстволку не схватился. Ах, да, оказывается, я виновата. Это я, оказывается, голая по огороду бегала и на заборе плясала. Я, да? Ну скажи, я плясала? Ну все, хватит орать. Я с тобой по душам хотел поговорить, всю дорогу об этом думал. О чем ты со мной поговорить-то хотел? Да все об этом, Клав. Когда мы с тобой сошлись, ты такой не была. Ну с чего ты озлилась? А ты думаешь, у меня легкая жизнь, да? Ты думаешь, мне так легко жить? Это у них там по телеку, вон они пляшут, жизнь у них приказ. У них, может, и прекрасно. Я вот с утра до вечера на этом огороде спину гну. Я землю руками рою. Ты скажи! Вот они роют землю руками! Роют, скажи! А кто тебя заставляет землю руками рыть? Роешь и роешь по самую шею. Я тебе что, этот раз мало денег привез, а? Нет, Клава, ты жадная стала. Вот все, что ты на участке выращиваешь, ты не ешь. Ты все на рынок тащишь. Да кто ты такой, чтобы меня попрекать? Ты вон уехал на целый год. А я здесь одна осталась. Как я здесь живу? А ты знаешь? Знаю. С Вовкой Прохоровым живешь, пока меня здесь нет. И все, хватит болтать. Он всех ворон распугал. Все, я пошел домой. Мне нужно переодеться и пойти работать. Куда это тебе надо пойти работать? Как это куда? Соседки на участок! Ты что, хочешь, чтобы нас посадили? Подожди, Толя, подожди! Толя, да ты что, ну? Увидев соседку, балансирующую на старой табуретке, Анатолий испугался за нее так, как будто это была его собственная жена. Упадешь ведь сейчас. Ничего, ты поймаешь. Пойду посмотрю, как сарай там и... Туалет надо править. Работы много. Ну, может, кофе сначала выпьешь? Да не, я эту гадость не пью. И когда работаю, даже воды не пью. А сарай я уже чинил старикам до тебя. Так что знаю, где инструменты лежат. И пойду. Ну, с Богом! Работая на участке, Анатолий плохо соображал, что надо делать. Он боролся с собой, чтобы сейчас же не броситься в дом и не подхватить опять на руки Татьяну. Анатолий понял, что Татьяне грозит опасность, и предотвратить эту угрозу может только он. Я тебя еще даже не бил. Че ты ноешь? Думал спрятаться от меня? Думал, я тебя не найду? Павел Бережков, 35 лет, владелец игровых автоматов. Лачушку себе нашла. В норку зарылась. Да я тебя из-под земли достану. Ну оставь ты меня. Ну оставь ты меня в покое. Ну убирайся. Даже не думай, чтобы я тебя оставил. Ты ладошку-то убери, она тебе еще пригодится. Сопли подтирать, когда насморком захвораешь. А это что за тля? Ты откуда взялся, комбат? Так, тихо. Сейчас мы пойдем с тобой погуляем свежим воздухом, подышим. Ну ты козел. Ну ты себе заработал, Березовый. Ну я тебя урою еще. Слушай, парниша, я глубинный водолаз. И не такие тяжести по дну Волги таскал. Так что если еще раз примечу, то пропущу тебя через дырку к гальюну. Я вернусь еще. Слушай, парень, ты вроде не дурак. С первого раза должен понять. Думаешь, бабу красивую замел? Так вот, водолаз глубинный. Она тебя так опустит, что ты еще ты отдыхалки не хватит подняться наверх. Бойся баб со шрамами. Я еще вернусь, жди. Что от тебя нужно этому красавчику? Это мой муж. Он же у тебя погиб в катастрофе. Да это я только мечтала, чтобы он погиб и оставил меня в покое. Это
Он тебе лицо повредил? Ну ладно, ладно. Успокойся. Он сюда больше не придет. Ты его плохо знаешь. Он ночью придет, когда тебя не будет. Ну, значит, и мне придется ночью дежурить. Мне к ночным дежурствам не привыкать. Ты добрый. Я не добрый. Я справедливый. Пойду договорюсь со своей. Теперь Анатолий уже не сомневался, что он нужен Татьяне. Все остальное стало для него неважным. Главное – защитить эту несчастную женщину. Слышала, небось, крики? Да как не слышать? Орали, как бешеные коты. Кто там кого зарезал-то? Это к нашей соседке. Муженек вернулся. Это он ей личико повредил. Жалко, что вообще не убил. Заразу эту. Ну чего, Клава, ты такая злобина? Ее сейчас защитить нужно. Если я ее посторожу, то она мне простит тот выстрел. Ну ты меня понимаешь? Как это посторожить? Когда посторожить? Ночью, что ли? Ты что, с ума сошел, что ли? Ты что, с ружьем, что ли, будешь с ней спать? Ты думай, что ты говоришь. Пусть убьет, это их семейные дела. Нечего туда лезть, я тебе говорю. Нам же лучше, еще и заявлять некому будет. Злая ты, Клава. Тебе к врачу сходить нужно. Или лучше к психологу. Ты так не заснешь со мной. Я, пожалуй, выйду на крыльцо. От меня табаком воняет. Я люблю, когда от мужчин табаком пахнет. А ты ложись рядом и поспи. Ты вот что, девка, ты со мной в такие игры не играй. Ну, в какие игры? В такие. Я тебе не современный человек. Это сейчас модно. Легли в койку, а на утро забыли, как друг дружку зовут. Это не про меня. Да я тебе так и не предлагаю. Пожалуй, я все же пойду на крыльцо. Я тебе противная из-за этого шрама. Ты поэтому со мной не ложишься. Ну что? Ну что ты такое говоришь? Ты знаешь, почему я с тобой не ложусь? Хочешь знать? Хочу. Да потому что нравишься ты мне. Сильно нравишься. И мне одна твоя ночь не нужна. Может, мне все твои ночи нужны. Красиво сказал. Я согласна. На что согласна? На все ночи с тобой. Так вот, представляете, заявился к ней мужик ее и начал ее мордовать. Ну и шрам у нее на лице от него остался. Ну как я теперь могу ее оставить? Опять прячетесь? Ну нет, чтобы себе честно сказать, что она вам нравится. Ну ведь нравится же. Да если нравилось, понимаете, у меня с ней любовь случилась. Ну, ночью, пока мы ее мужика сторожили, все это и произошло. Я не знаю, что теперь делать. Если я ее оставлю, явится ейный мач и начнет ее лупить. Хорошо это будет? Да нет, конечно, нехорошо. Но я же понимаю, вы и спали с ней для того, чтобы ее получше от этого мачо защитить, правда? Ну хорошо. Пусть все будет по-честному. Ну, наконец-то. Чувство у меня к ней. А тут еще Клавка меня достала. Устал я от ее злобы. Она готова всех пострелять, только пулемет ей в руки дай. И я через нее озлобился, а я таким не был. А тут еще в человека стрелял, а если бы я попал? Анатолий, а вы правда только сейчас поняли, что жена вас достала? Или опять себя обманываете, ну, чтобы полегче уйти было? Или обманывали себя, пока с ней жили? Вы бы хоть раз попробовали честно сам с собой поговорить? Ну, может, тогда и прояснилось бы, что делать. Анатолий твердо решил перейти к Татьяне. Ему казалось, что всю жизнь он искал именно такую женщину. Все, ухожу я от тебя, Клава, пока ты кусаться не начала. Шлюхи, ты уходишь. Да чтоб она сдохла, гадина. Да я сейчас пойду ей сердце вырву. Да чтоб она знала, как чужих мужей умыкать, тварь. Да успокойся ты, Клавка. Никому ты ничего не вырвешь. Я ж тебе сердце не вырвал, когда с Волги вернулся и застал тебя с хахалем твоим Вовкой. Так что не тебя мне верности учить. Покидаю я тебя. А поскольку я знаю, что ты с Вовкой встречаешься каждый раз, когда в город ездишь, то ваши встречи могут носить постоянный характер. Ну все, Клава, прощай. И будь здорова навсегда.
Анатолий Плугов выстрелил из охотничьего ружья в сторону соседки по дачному участку Татьяны Бережковой. Психолог посоветовал ему пойти повиниться перед соседкой. Супруги Плуговы так и поступили. Вскоре выяснилось, что Татьяна скрывается в деревне от своего бывшего мужа, человека неприятного и злобного. Защищая Татьяну, Анатолий влюбился в нее и решил уйти от жены. Ну вот он и... Увидев мирно сидящих за столом Татьяну и ее мужа, Анатолий совсем растерялся. На какое-то время воля и разум покинули его. Что, моряк, испугался? Проходи, я тебя текилу научу пить. Это такая мексиканская дрянь, на вроде нашего самогона. Рули сюда, водолаз. Я тебе соли на палец насыплю. А у тебя все хорошо? Лучше и не бывает. Я так просто заглянул узнать. Ну, я пойду. Пора. Куда ж ты, морячок? Все произошедшее настолько ошеломило Анатолия, что он снова потерял способность что-либо соображать. Ой, батюшки, это кто это к нам тут приковылял? Ой, пса она себе нового цепного купила. Ты теперь без надобности. Муж к ней вернулся, и она его приняла, так что глава счастье твое. Ой, как же я сейчас позлорадствую. Ой, как же я повеселюсь над тобой, дураком. С чего это ты решил, что ты ей нужен такой? 100 лет она тебя ждала, водолаза вшивого. Да я еще подумаю, принимать тебя или в шею гнать. Ты, Клава, особенно не парься. Мыться не будешь. Я от тебя, Клава, уже ушел. Я не рак, чтобы назад пятиться. Так что, Клава, прощай навеки. От меня не убежишь. Видишь ты, убежать вздумала. Это еще никому не удавалось. Ну не трогай ты меня, ну пожалуйста, ну оставь ты меня, Христа ради, ну Богом тебя прошу, ну оставь ты меня! Тебе что, твоя самогонка в голову ударила? Ты смотри, ты меня еще выведешь из себя всерьез. Слушай, ты беги отсюда, пока я еще владею собой. Тихо. Он ушел и больше сюда не придет. Я думала, что он изменился. Я каждый раз думаю, что он изменился. Господи, ну почему я себя обманула? Ты уйдешь от меня? А чего ты хочешь? Я хочу, чтобы ты остался навсегда. Не могу, Танюша, я тебе пока ничего ответить. В дороге я. От Клавы я ушел, а к тебе еще не пришел. Вот все мое богатство. Палатка, спальник. Разобью палатку на берегу реки, в километре отсюда. Живу пока один. А ты пока подумай, нужен я тебе или нет. Ты мне нужен. Останься. Сейчас-то я тебе нужен. А вот посмотрим, буду ли я нужен тебе через месяц. А приходить к твоей палатке можно будет? Приходить? А кто тебе запретит? Приходи. Мы привыкли считать, что смелый человек отважен во всем. Но на самом деле, как часто отчаянный храбрец трусит признаться кому-то в любви, сказать подлецу, что тот подлец, выяснить отношения с нелюбимой женой. Вот таким мне представляется и отважный водолаз Анатолий из нашей истории. Судя по всему, его отношения с женой давно уже стали невыносимыми. Но Анатолий боится признаться себе в этом. Вместо этого он берет рыцарский щит, назначает жену прекрасной дамой и так рьяно кидается ее защищать, что даже стреляет в соседку. Правда, потом он оказывается в постели с той же самой соседкой, снова объясняя это тем, что соседке необходима защита.
Потом, чтобы облегчить себе уход от нелюбимой, как выяснилось, жены, он назначает ее сущей ведьмой. Где уж тут разобраться в происходящем за всеми этими превращениями? Ведь Анатолию всего-то и надо, что перестать маскироваться перед самим собой, отказаться от придуманных доспехов и постараться честно взглянуть на ситуацию.